Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Poco X5 Pro. И сейчас я покажу вам, что делать, если вы забыли пароль от вашего устройства и не можете получить к нему доступ, как сбросить настройки. Итак, для начала мы отключаем телефон. For that, you'll have to turn off airplane mode. После чего, после полного отключения, мы зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости. После появления логотипа можем отпустить кнопочки. И теперь мы попадаем в такое вот меню, меню Recovery. Здесь мы при помощи кнопочек громкости передвигаемся до Wipe Data и нажимаем на кнопочку питания для выбора. Далее выбираем Wipe All Data и нажимаем «Согласиться». Теперь выбираем Back to Main Menu и Reboot. Reboot to System. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.